Дисклеймер. Привет, я третий. Сегодня мы поиграем в безымянную игру про гуся. Так, давай начать. Я вроде ее видел где-то. Так, один игрок где-то ее видел и решил тоже поиграть. Ух ты. У нее довольно-таки необычная. Так, прогресс. Ага, сохраняется автоматически. Плохо. Надеюсь, что еще можно будет... Г, что... Гатать? О! О, это я. Я гусь. Спасибо, хоть не петух. Чтобы двигаться... Ага. А, то есть это я еще должен мышкой вот так направлять. Не ВС, да, а мышкой нажимать. Куда, короче, я нажму, туда он и пойдет. О! Ты сюда не пойдешь, да? Блин, ну управление, короче, неудобное. Очень неудобное. А, нет, все, я могу нажать мышкой и держать. Тогда он будет идти, куда я направляю. Только надо держать контрол, присесть. Вот это, конечно, прям гений. Сделать половину управления мышкой, половину клавиатурой. Использовать клюв. А на чем? А ну. О, я могу вещи брать. И бросить. А зачем мне это? А ну, могу звоночек? Могу. Ладно, допустим. А что, собственно... Ага, наклоняюсь, чтобы... А ну. Чего? Наклоняйте, чтобы поднять вещи зим... А, все, я понял. Да-да-да. Все, я понял. Так, теперь давай вот сюда положим его. Все, теперь просто побежали дальше. Так, что здесь теперь прыжок как-то, да? А, пробел это ги-ги-ги. Так, а здесь... Ага, я догадался. Так, давай-ка это вытащим. И теперь снизу. Ну, давай, как-нибудь. Ну, давай. Че, вообще никак? Ну. Так я же так уже сделал. В чем прикол был только что? Давай отойдем. Все, упал заборчик. Теперь можно пройти дальше. Какой-то гусь нехороший. X, чтобы хлопать крыльями. И что это за веер такой? Ты умеешь летать? Ой, так это только заставка была. Воу-воу-воу, смотри, как на воде заносить его. Смотри, сюда плыви, ё-моё. А ну, вылези, вылези. Так, это что? Хлеб. Так, надо кормить утят. Жрите. Давай возьмем хлеб еще один. Тоже. Жрите, вот сколько вам мамочка гусь принес. Или это папа. Ты кто вообще? Я ничего не вижу, кто это. Ладно, давай, просто гусь. Вот так. Так. И что здесь? Я так понимаю, мне просто вещи надо воровать, да? То есть, получается, гусь? Я все спизжу и съебусь. Такой у нас гусь получается. Или это какой-то маньяк гусь, который топит все подряд. Так, здесь что у нас? Га-га-га-га-га. Опа. Давай. Не-не-не, подойди сюда. Возьми. Тащи-тащи-тащи-тащи. Так, а в чем, собственно, смысл? Мне просто надо вещи воровать? Чё ты стал читаешь? А, тут еще надо не путать управление. Так, S, чтобы увеличить. А зачем мне это? Колесико, чтобы... Да? О, нормально. Ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой, он за мной идет. Ай, не я. И все, пусть догоняет. Я-я-я. Так, чтобы... Дела? У гуся? Даже у меня нет никаких дел. Так, схватить. Ага. Перемещение мыши. Ага. Уменьшить. Ага. Ага. Ого. Угу. Так, а задание какое у меня тут? Попасть в сад. Да, легко. Намотать. А, намочить садовника. Фу, я уже испугался, что это за маньяк гусь. Намотать садовника. А я конченый. А ты что, охуел? Ты меня увидел? Нет? Да ты вообще дурной какой-то дед. Так, давай-ка, во-первых, сопрем это. Может, он, если это будет долго собирать, то я смогу его отвлечь, чтобы он долго... Вот сюда вот. Нахрен, в воду тоже. Все, отпусти. Теперь побежали еще раз, включим воду и попробуем попасть внутрь. Так, где он? Вот она, вода. Давай, бежим быстрее, бежим в сад. Быстрее. Да что ты делаешь? То есть ты не хочешь по-хорошему, да? Попасть в сад. Ах ты гад, а.
Ты видишь, да, что гусь, когда он бегает, он вообще дебильно бегает. Ходит он нормально, а вот бегает вообще как придурок. А что ты теперь сделаешь? Меня поймаешь или что? Ну и как мне успеть взять это и все? Это сложно. Давай задание какое. Украсть ключи садовника. Ну давай посмотрим, где у него тут ключи. Ключи, не кричи. О! Опа! Я всю воду тебе солью. А теперь... Я! Он что, реально, он слепой, что ли? Он только меня слышит? Быстрее, быстрее, быстрее. Быстрее, 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 быстрее. Включаем, а теперь быстренько уходим. Сюда иди, не выключай воду. Я застрял, подожди, мужик, подожди, подожди, подожди. Подожди, подожди. Ну, сюда идешь, нет? Ну, иди сюда. А, вон у него у задницы ключи. Ах ты, пидор старый. Вот как я должен теперь у него ключи забрать? По-моему, он вообще дурачок, да? Давай посмотрим, что у нас. Заставить садовника надеть свою шляпу от солнца. Ого, каким образом? Что-то какие-то тут странные задания. А ну, подожди, давай-ка. Тоже сопрем. Нахрен это все. А вот шляпа от солнца. Но я не знаю, как ее использовать. Мы все у него сопрем, падла. Так, теперь давай шляпу возьмем. Нет, не получится, ладно. Тогда давай уроним эту еще. Так. Я могу тут? Нет, пока не могу. Мне сначала надо задание выполнить. А как мне их выполнять, интересно вообще? Ты намок? Не, походу не намок, пока он это делал. Так, давай-ка по-быстрому. Так, давай быстренько. Быстрее, быстрее. Да что ты делаешь? Ты что, псих? Да ты что гонишь? Ну сюда иди, ёб твою мать, а. Какой тупой этот. Давай. Какой он тупой. Я не могу. Ну ты будешь ко мне идти, нет? Ты издеваешься просто. Ну и все, пошел в задницу, понял? Может, мне надо закрыть? Было заранее, а ну давай посмотрим, что он сделает. Магнитола тебе нужна. Пошел в жопу со своим. И что ты? О, ключи. А ну давай. А я не могу взять, да? А почему? Как схватить? Ага, я не ту кнопку жал. Ай, блин, серьезно? А зачем я их сбросил? Ой. Давай, 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 аккуратно. Бежим, 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 бежим. Быстрее. Быстрее, 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 быстрее. Не туда, не туда, не тут. Ах ты, сука. Падла. Иди сюда. Давай, давай. Бежим, 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 бежим. Бежим, бежим, быстрее, быстрее, быстрее. А-а-а-а-а-а-а-а. О, вот как намочить. А теперь ба. Все, видал? Я выполнил. Молодец. Так, теперь доставить заставить садовника надеть свою шляпу от солнца. Грабли в озере, устроить пикник. Хорошо, так подождите. Сначала грабли в озере, я знаю, как это сделать. Быстрее давай отнесем грабли в озеро. Угу. Что за пикник? Сейчас посмотрю еще. Вот я не представляю, как заставить его... А как мне взять грабли? Как мне их взять? А все, никак. Может, если присесть? Вот, да. А теперь побежали. Не жопой беги. Ты... У тебя что, в жопе глаза еще какие-то есть? Да... Быстрее, быстрее. Валим, 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 валим. Быстрее, быстрее. Нет, 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 нет. Поймал. Сука. Ах ты, падла, а. Иди сюда. Я тебя сейчас укушу за жопу, понял? А-а-а-а. Так, а теперь пока ты забираешь ключи, я заберу... Ах ты, сука.
Я ж тебе все равно... Хорошо, играем по-твоему, хорошо. Давай так. Не-не-не, подойди. Включаем воду. Теперь бежим. Заебешь. Быдло, блин. Давай быстрее. Забираем грабли. Грабли. Не, подожди. Я их только... Да я не могу взять грабли. Быстрее бежим. Но он все равно быстрее меня. Как мне это надо? Это мне надо что-то с ним делать. Я тебя обматерю, понял? По гусиному. Вот так. Понял, что я здесь сделал. Понял, вот так вот. Как там говорили, крыльями махать можно? Хлопнуть. Ага, X. Все. Понял, вот так вот и я птица. Вольный народ. Че, ничего? А вот так тебе нормально? Так, принести на пикник. Сэндвич, яблоко, тыкву, морковь. А где пикник? Так, подожди, сначала яблоко давай возьмем. Яблоко. Бежим. Так, он меня не заметил, хорошо. Так, я теперь понимаю, зачем тут два игрока. Один отвлекает, а другой будет помогать. А где пикник, собственно? А где тут пикник, может быть? Давай выкинем яблоко нахрен. Нет, выкини. Оно тебе не надо. Подожди. А где тогда пикник находится? Хм. Это откуда я пришел, я понял. А где пикник тогда тут? Непонятно. Давай-ка поплывем вверх, посмотрим. Может, тут есть какая-то... вот где. Все, я понял, что нам надо там. Сэндвич, яблоко. Пошли, я его как раз утопил. Давай, возьмем. А теперь побежали. Быстрее. Да давай быстрее беги. Так, сэндвич. Есть. Засчиталось? Да, по-моему, оно не засчитывается по отдельности, только если я все заберу. Так, теперь яблоко. Давай, бери. Побежали дальше. Что у нас там, кроме сэндвича, яблоко, морковка вроде бы была. Что еще? Так, что нам надо? Яблоко засчитали, а сэндвич нет. Почему? Может, надо целый сэндвич, типа две половинки принести? А ну, давай. Это что за прикол такой? Не понял. Что это не засчиталось? А ну. Так, давай-ка смотрим. Во, засчиталось. Тыква, морковь, варенье. О, варенье я помню, но это сложно будет. Тыква, морковь, варенье. Вот морковь. Воруем. Так, давай-ка. Как его... Вот так. Теперь побежали. Валим. Мама мия, криминал. Уронил. У меня упала морковка. Давай. Все, побежали. Такой молодой куся, уже падает морковка. Давай быстрей. Так, есть. Что у нас тут надо дальше? Варенье, термос, радио. Ого. Они меня предлагают прям все спиздить, что ли? Ну, хоть не грохнуть мужика. Спасибо за это. Так, дальше. Что у нас есть еще? Тюльпан не нужен? Нет. А вот тыква, собственно, вижу. Теперь погнали отсюда. Валим. По-моему, ему вообще плевать. Мне надо как-то незаметно грабли у него спереть. Вот как? Вот это вот хороший вопрос. Предлагаю у него, чтобы грабли спиздить, надо их спереть. Чтобы спереть, надо, чтобы он нас не заметил. Как надо, чтобы нас не заметил? Вот тут бы пригодились мстители. А то они дерутся с какими-то там злодеями. Нафига вообще? Тут, видишь, гусю нужна помощь. Ему надо грабли спереть. Топ-топ-топ-топ-топ, лапками таким, прикольно. Так, ты лопатку, а я пока тут стану, когда ты уйдешь. Бежим, быстрее. А мне что, грабли в озере утопить, что ли, надо было, я не помню. Давай попробуем сначала в озере утопить, если нет, то царство небесное, конечно, не повезло. А, утащить в озеро, все правильно. Теперь побежали дальше. Ой, они мне не дают выйти. Что там надо было? Варенье, термос, радио, корзина. Ага, корзина, я ее тоже утопил, я помню. Давай, что-то я какой-то маньяк, я всех топлю. Так, а ну давай. Теперь побежали, хорош какой. Сука, кувшинки какие нахуй. Прочь ты, блять. Сука, отпусти. Слышите, вы что, попутали? Корзинки не хотел отдавать вообще. Да, блядь, тут еще блядские грабли. Какой дебил это вообще понабрасывал в озеро, сука. Найти бы ему крылья пообломать. Давай вот так попробуем обойти. Грабли пристали ко мне. О, все. Вы же грабли, вот гребите отсюда. Давай, корзинка. Есть. Что мне осталось? Термос и радио.
Побежали. За термосом и... Ой, ты сейчас тоже не засчитаешься. Иди сюда, встань тут. Все, теперь побежали нормально. Так, термос и радио. Где радио находилось, я еще помню. А, мне еще и варенье надо, да-да-да. Я не забываю, не забываю. Вот где, собственно, этот термос. Где он находился тут? Ага, вот, термос, вот радио. Все, я вспомнил, вот. Тут все, короче, вещи находятся. Мне надо... Можно было бы, конечно, в желтую корзинку эту положить и дотащить все вместе. Но тогда бы он, если спалил бы корзинку, то все, он бы все забрал. Этого мне не надо, тогда бы я еще дольше проходил. А так спокойно могу сходить, спереть у деда все, что надо, и все. Я ж гусь, как-никак. Вот чем гуси занимаются. Ты думал, они об скалы разбиваются, да? А нет, они вот воруют у дедушки варенье. Поэтому, если у тебя когда-то не останется варенье, ты будешь знать, кто это сделал. Гусь, падла. Газонокосилка, все. Так, нет, мне еще радио надо. Что это за пикник вообще? Зачем гусю на пикнике это все? Как он лапками... Прикольно. Что там, дед не смотрит? Дед, ты это, не пали меня, если что, хорошо? Ой, не-не-не. А как радио взять? О! Падла, радио палит меня. Как хорошо, что я радио последним взял, видишь? Оно теперь начало грохотать, зато теперь у меня все на месте вещи. Если он придет, я уже задание выполнил. Все, устроить пикник. Есть. Что дальше? Заставить садовника ударить себя молотком по пальцу. Что? Это что за садистское задание? Как я его должен заставить ударить себя молотком по пальцу? А, наверное, когда он будет что-то делать, я га-га-га делать. И все, да? Да-да-да, наверное, га-га-га делать, он отвлечется и... Ух, сука, я лебедь. Ты серьезно будешь за радио идти все это время? Да ну, дед, ты что гонишь? Как это, блядское радио выключить? Может, там можно как-то... Да отойди ты, придурок. Я ж тебе хочу помочь, иди сюда. Как мне отключить это радио, долбанное? Так, давай-ка... Я не могу, да? Так, все. Дед. Вот так вот, отлично, сразу проснулся дед. Сука, спер. Хорошо, ну ладно, мне в любом случае все. Да, я же все равно здание выполнил, пускай он забирает. Кря, понял? Вот тебе, крян, нахуй. Я тебе всю морковку, сука, вытащу. А ты что, обратно ее вставишь? А ты ее просто кинул, да? Молодец. О, тюльпанчик я тогда тебе сорву, понял? Вот так вот. А ну, подойди. Так, ты будешь вообще молотком себя по пальцу бить или нет? Я гусь. Сука, тоже забрал. Нехороший какой-то дед, он у меня все забирает у маленького гусика. Грабли, ты серьезно, теперь ты все будешь это возвращать назад? Так, где здесь вообще молоток? А я могу тут открыть дверь? Открой дверь. А, я не заставил садовника надеть шляпу еще от солнца. А как мне это заставить? Как я вообще могу заставить его от солнца надевать шляпу? Интересно вообще. А ну-ка дай пройти. Ты все на место. Нет гусям? Ты шо, петух? Охренел. Как это? Во. Так, давай, начинай бить только себя по пальцам. Так, все, я не отвлекаю, давай. Сука, наверное, слишком рано, да? Надо после удара первого делать. А ну. Да, получилось, да. Отлично. Нагадили деду. Оп, и мне открылась вторая локация. Так, хорошо, но я все равно пока не знаю, как заставить его надеть шляпу. Как я его заставлю? Не знаю, а ну отойди. Дай пока пройти. Что у тебя тут находится? Так. Что у нас тут? Пока ничего, да? А смысл? Это я в город, я так понимаю, уже вышел. Но я все равно... Да, но это дело в городе уже. А как где... Подожди, назад. Принести на пикник. Но это я уже сделал.
А как заставить садовника надеть шляпу? Этого я пока не знаю. Давай пока тут выполним задание сломать метлу. А как я ее сломаю? А где метла? Тут есть что-то задание с мячиком? Запереть сопляка в телефонной будке, заставить сопляка надеть нити очки, заставить кого-нибудь выкупить свои вещи, попасть на GB. Я не знаю, что это, сходить в магазин, зубную... Ага. Подожди. Положить в корзину, я понял. Тогда давай сходим в магазин, сопрем. Что мне тут надо? А я не могу. Пустите гуся... Пустите гуся... На танцпол пьяным подвигаться. Не-не-не. Пустите гуся в магазин, мне надо вещи спереть. Ага, вот, зубная щетка. Так, зубная щетка, зуб... Вот это что ли зубная щетка? Ебать, это что за зубы должны быть? А что, за мной будет теперь бегать? Не-не-не-не-не, ты какая-то агрессивная баба, иди нахуй. Я ушел, все. За это я у тебя сопру туалетку, понятно? Обосрешься и все. А мне нужна она была вообще? Туалетная бумага есть. Да-да-да, в эту корзину что ли? Засчиталась? Да, засчиталась, можешь забирать. А я пока в это время заберу лопатку. Я просто не знаю, что там еще надо, но я, сука, все у тебя заберу. Так, пиздюк. Да-да-да, дети почему-то гусей боятся. Я понял, как его запереть в будке этой. Не-не-не, подожди, с этой стороны. Во-во-во, заходи. Да-да-да. Есть, получилось, получилось. Так, запер, надеть не те очки. Он мусоров что ли вызывает? Он мусоров вызывает, нет? А ну давай, открывай. Ах ты, гад, ты меня выгоняешь, да? Там, так-то тебе позвонили, выходи. Ах ты, падла, а. Выгоняет меня все-таки. Давай тогда посмотрим. Что еще можно спереть тут? Сломать метлу. А, я понял, что за метла. Это которая она меня гоняет ею, да? Я не знаю, что за метла, но я тебе, сука, сломаю это все. Нельзя, да? Блин. А что тут надо еще? Туалетная бумага не засчиталась? Почему? Да вы гоните, да? Вы мне предлагаете... А как я должен все сюда поместить, чтобы она не забрала? Ну давай тогда попробуем далеко эту корзину отнести. Давай-давай, подальше попробуем отнести. Нельзя. Тю, подожди, вот, как-то можно. Вот, теперь давай просто подальше попробуем отнести эту корзину, чтобы она не смогла у нас ничего забрать, если вдруг что. Давай прям вон туда, к деду отнесем. Давай-давай, быстрей. Да, кстати, в натуре можно сразу к деду отнести и все. Оп, только не утопи корзинку. Давай. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. На другую же локацию она не пойдет, правильно? Все. Думаю, достаточно. Теперь побежали, заберем обратно туалетную бумагу. Ох, сука, я вас так затерроризирую. О, самолетик нужен? Фрукты, овощи, консервы, очиститель, расческа, та-та-та-та-та-та-та. Нет, не нужно. Но зато я знаю, что еще нужно. Опа, вот. Ах ты, падла. Не... Ай-яй-яй-яй, только не бей, только не бей, только не меня. Ты в угол меня загнала. Ты что, мышь, что ли? Я гусь, а ты мышь? Подожди-ка. Подожди, дай. Я тебя напугаю, я тебя напугаю. Ах ты, тварь. Как мне тебе щетку сломать? Я тебе сейчас сломаю щетку. О, я пока у тебя туалетку незаметно сопру. Вали-вали-вали-вали-вали-вали. Она не заметила. Все, теперь я могу спилить туалетку. Отлично. Что после туалетки? Что после туалетки? Сейчас посмотрим, что после туалетки. Так, давай-давай. Все, отлично. А после туалетки мы попрощаемся на этом. Все, напиши любой комментарий. А лучше, если ты знаешь, как заставить его надеть шляпу эту солнечную. Так, ну все, поставь лайк, подпишись на канал, скоро увидимся.